Телеведущий Иван Ургант вместе с женой и дочерями покинул Россию и улетел за границу. Это вызвало большой переполох среди его подписчиков. Позже стало известно, что звезда вечернего шоу эмигрировал в Израиль после публичного осуждения войны в Украине. В 2018 году Ургант получил израильское гражданство, поэтому такой вариант событий вполне возможен. Сейчас неизвестно, как долго звездная семья будет находиться за границей, ведь многие из публичных персон в последнее время объявляют об эмиграции. Ситуацию усугубляет и тот факт, что в конце февраля шоу «Вечерний Ургант» приостановило свою работу на Первом канале. В сети стали поговаривать, что ведущего уволили. Однако сам Ургант в личном блоге заверил, что его поездка временная и скоро закончится. «Без паники, отпустили в отпуск, а я возьму и скоро вернусь», – успокоил он своих подписчиков. Отметим, что артист ограничил доступ к оставляемым комментариям, вероятно, чтобы не нарваться на новую волну хейта. Напомним, 24 февраля телеведущий написал «Страх и боль, нет войне», за что был осужден некоторыми знаменитостями и частью общества.